стоят. Наверное, их нельзя снимать. Ну, неприятности. Да, можешь гулять. Это в парке музея Герцля. Теодора Герцля. Не пускают нас, мы поэтому гуляем. Какая-то карта, это, наверное, горы Иерусалима или еще что-нибудь. Трудно сказать, не написано. Так, аллея какая чудесная. Ух. Герчика. А вот тут что-то есть. Завтра едем в Германию. Летим. До Франции. Снимаю. Снимаю, снимаю, снимаю. Алоэ вера, пожалуйста. Могила Рабина и его жены. А почему? Пойдем? Нет, мы тоже пойдем. Они выйдут, и мы зайдем. 2:25. Они будут. А после они будут. Израиль Шанау родился в 1911, умер в 1979. Спикер была Гольда Мейер, Мейерсон, умерла в 1978 году. Вот ее могила. Это в мемориале Герцля, в парке. Мемориал выдающихся людей. Вот солдаты. Идем. Хочет во время кино выйти, обязательно только к ней обращаться. Ходу, стоя, лежа, на улице, в опере, в театре. А по ночам меня терзают сны. Дай-ка. Я словно пьяный. Боюсь, я лишился рассудка. Мне кажется, моя жизнь закончилась и началась летопись мировой истории. Отлично. Итак, спустя 8 месяцев он публикует брошюру под названием «Еврейское государство». Я помню то волнение, которое охватило меня, когда я впервые прочла эту книгу. Я была зачарована. Я сплетаю воедино нити мечты о независимом еврейском государстве, для которого еще не найдено место на карте. Так, Герцль, подпишите, пожалуйста, мне книгу. Еврейское государство? И вам не стыдно писать о подобных иллюзиях? В Землинской синагоге мы все читали вашу книгу. Что подумают гои? Что мы подданные несуществующего государства? Начиная отсюда, игнорируй своего партнера. Он для тебя просто не существует. Повернуться спиной? Именно. Совсем отвернуться? Наконец-то мечта осуществится. Смотрите, что вы натворили. Едва вы добились равноправия, вы тут же все ломаете. Все евреи Землина готовы отправиться за вами в страну наших предков. Какая глупость. Евреи пишут книгу, и они уже в пути. Уважаемая, неужели вы не видите? Мессия пришел. Что, были евреи, которые противились идее еврейского государства? Видишь ли, сегодня подобное воодушевление кажется чрезмерным. Это была лишь брошюра. Но ты должен понять, что на тот момент она имела огромное влияние. Вроде сенсационного телерепортажа. Больше. Сколько книг, под влиянием которых изменилась действительность? А какая из книг породила государство и смогла изменить судьбу? Кто его назначил? Преимущественно он сам. И успешно? Отойдите. Как два... Национальной гордости. Мы вернулись к истокам. Еще кино было? Нет, экран больше ничего. А вот эти экраны? Эй.
Да. Не все подряд, оно не так интересно.